Tak, to jest to. Так, сейчас вспоминаем, вспоминаем, что, где мы, куда мы идем. А, вот. Обратно. Так, это я не убивал, не убивал. Дженсен, это Миллер. Мне срочно нужны твои показания. Когда будешь? Это зависит от того, многим ли понадобятся мои документы. Черт. После вчерашнего теракта я вряд ли смогу что-то решить с полицией. Приходи, как только сможешь. Конец связи. Так, это значит, мы там побывали. Нравится. Так, какие задания-то у нас, какой смотреть? Так, 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 так. Отправиться так, почные. Калибратор. Так. Так, как можно включать текстуру? Делай ничего странного. О, понятно. Такого хвани не пустят.
Прикольно. Так, мы теперь стали двигаться. Так, значит, что у нас нажимать-то? Переместиться. Да. Стоять, железка, давай пропуск. И побыстрее. Пропуск в полном порядке, офицер. И что у нас тут? Я тебя, что ли, задерживаю? Это же BH-847. Неужели? Звучит внушительно. Ты нарываешься, что ли? Иди через этот контрольный пункт. Проход открыт. Блять, дорога. Уходи отсюда. Дорогая бабенка. Да. Так, ладно. До свидания. Так, чё, куда идти? И где мы? Ой. Так. Ну ладно, разберемся. Так, это что такое? Запретная зона какая-то. Бандиты. С ними можно договариваться. Это что? Хотел кредитной картой расплатиться? Вот-вот. Что? Эй, не хочешь купить новую стереосистему? У меня почти нет времени, чтобы слушать музыку. А как насчет фильмов? Фильмы ты любишь? Или у тебя другие предпочтения? Какие такие другие предпочтения? Ну, я подумал, вдруг такому человеку, как ты, нужно порой подзарядиться. И ты не про белковые батончики говоришь, да? Клеточные батареи, дружище. В идеальном состоянии, нигде не зарегистрированные. Ну, не знаю. Ладно, возьму одну штуку. О, ну все, больше у меня не осталось. Фильмы. О каких фильмах идет речь? О, забей. Это просто глупая шутка такая. А вот на что ты намекал, говорить мне не надо. Потому что я точно пришел не за этим. Успокойся, я не из полиции. Думаю, мне пора идти. Если вдруг передумаешь, то смело возвращайся.
Да, конечно, ветки разговоров. Уровень бог. Так, ладно. Привет. Так, он... О, прыгать могу, не умею. Так, так, значит, прыгали, все, по стелс. Куда идти? Ну, я пришел. Есть разведчик. О, нормально так. Книжки можно выиграть, интересно. Раньше книжки давали, там что-то выбить не могу. Ну ладно. О. Нормально. Так, в принципе, нам не нужно. Это собрали. Это что такое? Коробка для документов. Компьютеры, так. Что-то такое. Кнопка нажать. О! Картонная коробка. Так, еще мне что не нравится. О, тут же еще один. Так, ну давай попробуем туда скрыт взломать. Так, накосячили. Мастерски. Так, ну чё, давай. Чё,
чемоданчик с оружием. А, что-то ключи не нам дали. Так, как там будет-то? Так, ладно, ничего не понимал. Почему нельзя включать это? В прошлый раз было сканирование. Ты за покупками, я так понимаю? Добро пожаловать! Интересный ассортимент. Все высочайшего качества. Ты, кажется, в нем толк знаешь. Тебе имплантаты кто делал? Не изолей. Они в черном цвете не бывают. Со всеми покупателями пробуешь так? Только с теми, в ком много углеволокна. Как энтузиаст энтузиасту, можешь мне довериться. Вынужден тебя разочаровать. Может, ты еще можешь все поправить? Вот ты выглядишь как человек, у которого есть доступ к софту для взлома. Хм. Эта штука нелегальна. Да брось, чего ты? Ведь знаешь, почему она нелегальная? Правительство не хочет, чтобы мы докопались до его грязных секретиков. Но мы докопаемся, и ты нам можешь в этом помочь. Прими участие в революции. Серьезно, подумай над этим. Все подробности в компьютере. Взгляни, вдруг захочешь его продать или купить. Конечно. Отлично, давай. И чё? Ну. Но. Понятно, все.
Бля, ну. Ладно, какая-то херня потом открою. Сюда, брат. У меня тут есть все, что хочешь. Я уж был. Может, нужны программы для сбора? Уж они отделаются. Что это такое? И где он теперь? Меня! Не надо! Не вырывался бы ты, Асуды! Ну там! Идти никто не заставлял. Я ничего не видел! Клянусь! Иди меня! Не надо! Чарна порезвела активита. Не ходите! Их не было! Видишь мизада? Да. Надо было даже из кровати вылезать. Идешь в ОГ-29? Уже? Они не ждут, пока мы залежим. Ну да. На плате НПФ должен быть порт передачи данных. Только доберись до него и записывай, что хочешь. Ясно. Сообщу, как закончу.
Где-то в городской канализации есть гангстерское казино. Теперь меня ничем не удивишь. Хорошо, что ты жив и здоров. Привет, Ари. Да, хотя это было нелегко. Мне повезло, а многим другим нет. Я была здесь, когда поступили первые новости. Тут такое творилось, телефоны просто разрывались. Все друг на друга орали, пытались понять, что происходит. Когда Миллер сказал мне, что ты был там, я... Я в порядке. Хорошо. Ты к нему? По-моему, он сейчас занят, с Леоном беседует. Правда? Он сейчас в НПС? Ну да. Я его только что видела. А, кстати, вот и твоя. Что это? Карточка для Тира. Чан сегодня утром сменил все коды и пароли. Сказал, даст доступ только тем, кого лично проверил. Теракт его здорово напугал. Уже третий за полгода, просто не верится. Я рада, что ты в порядке. Спасибо, Ария. Не буду мешать тебе работать. Точно. Я пойду вниз, работы просто куча. Заходи, если хочешь поболтать. Понял тебя. Прошлой ночью коллектив опубликовал налоговые декларации 50 богатей.
идешь на прощание с ним? Нет, мы не были знакомы. Погиб ради реализации того, во что все мы верим. Да, конечно. Мне почему-то кажется, что я там пусть. Привет, Адель. Нормально. Что-то не впечатляюще. Не впечатляюще, Стив. Так, 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 так. Они лечат данных. Вот они включились. Да.
Так, ладно. Тут пил. Так. Так, ладно. Ну и чё, попозже. Знаете, какой лучший совет дал мне мой инструктор? Менять магазин до того, как кончатся патроны. Так быстрее. Через прицел вы наведете на цель быстрее. Попробуйте, увидите разницу. Ну и чё?
Носить с собой минимум одно запасное оружие, чтобы импровизировать и действовать по ситуации. Ура! Кажется, вы разогрелись. Давайте рассмотрим другие аспекты вашего оружия. Адам, как дела? С чипом все нормально? Терпение, Алекс. Я пытаюсь понять, как добраться до платы и никому не попасться. Извини, уловила.
повторюсь, перезаряжаться лучше заранее. Освежили с вами основы, хотя вы наверняка и так все помните, Адам. Если что, заходите. Так, не понимаю я ничего. И взял на себя ответственность. Зафиксировано.
мы уже все сделал. Мне уже все здесь Но. Разрешен. Успел. О, глушитель дали. Сжато. Так, глушитель дали. Я даже не знаю, какой процент сначала тир вспомнил. Тир. Вон там, он не все забрал. О. Все, он гранаты взял. Туалет в женский зайдем. Что-то мы открыли, короче, ладно, понятно. Какую тюрьму мы открыли.
прям посмотрим. Привет! Так, тут все равно связаны, тут все. Матрасы мягкие, все. Это, наверное, статуя из этого. Молчание гнёт. А, вот, открыли. Чип-стукач включен. Как странно. Он что-то... Господи, Адам, это что, Миллер там сейчас разговаривает? Черт, пора идти. Дженсен, срочно ко мне! Не прям срочно, секунду-то. Зачистим локацию, какие-то стволовые клетки. Каунская ловка. Агент Дженсен прибыл. Хотел прийти раньше, но мы были заняты разговором. Был. Мне как, волноваться из-за тебя? Что-что? Тебе ведь здорово досталось. С головой, главное, все в порядке. Ничего необычного. Я с катушек не слечу и на людей нападать не стану, если вы об этом беспокоитесь. То есть тебя проверили? Аугментации работают? Я с этим разобрался. Вот и отлично. Ты мне сейчас нужен в полной боевой готовности. У вас голос был недовольный, когда вы меня вызвали. Все хорошо. Даже не думай бросать работу в поле, Дженсен, пожалеешь. Прижмешь задницу к стулу, увязнешь в этой чертовой политике. Вас начальство донимает. Что? А, ты об этом? Нет, у нас проблемы с полицией. Нас не хотят допускать к расследованию взрывов на ружечке. Отправляйся туда, это меня не устраивает. Вы отправляете меня расследовать теракт на станции? Не в Дубай? Забудь про Дубай, им Макриди занимается...
При всем уважении, в Дубае нас застали врасплох. Наемники дрались отчаянно. Мне хотелось бы узнать, кто это был. Дженсон, террористы были аугментированы. Это наверняка КПА. Теракт на станции? Вполне возможно. Если мы хотим знать наверняка, нужно расследовать оба дела. Маг-профи наверняка что-нибудь узнает об этих золотых масках. А ты, Дженсон, займись ружечкой, пока полицейские там все не растащили. Слушаюсь. Вы говорите, нас не допускают к расследованию? Утром я отправил туда Флетчера, чтобы он проследил за сбором улик. Похоже, его арестовали. Он со мной не связывался. Они не могут нас не допустить. Чешская республика подписала наше соглашение с ООН. Нам дано право расследовать теракты. Ну, полицию сейчас возглавляет бывший директор службы безопасности и информации. Он нашел лазейку, говорит, это внутренний терроризм. То есть закрытая для нас территория. Внутренний? Он говорит, это КПА? Коалиция за права аугментированных? Какая разница, что он там говорит? Может, он даже и прав. Нам в любом случае нужно туда попасть. С чего начинать? По инструкции, перед возвращением в строй ты должен пообщаться с психологом. Не нужен мне мозгоправ. Чудесно. Потому что сейчас ее нет. И времени у нас в обрез. Как мне добраться до ружечки? Общественный транспорт там не останавливается. Остановится, когда я позвоню куда надо. Спускайся в метро и свяжись со мной оттуда. Удачи. Сейчас зачистим кабинет шефа. Что-то мы записали, но Янус дал неверный алгоритм для частот. Они дешифруются неправильно. Исправить можешь? Я пилот, а не программист. Могу, но время понадобится. Прошу прощения, я была груба. Если бы никого рядом не было... Всем нам приходится играть свою роль, Сэм. Начинаю уважать всяких Я думал, заведение только для прикрытия. У нас в последнее время много странных проблем. Технические сбои и все такое. Может, это и ерунда, но... Осторожность в наши дни лишней не бывает. Чан разберется, я надеюсь.
Ну, мне пора работать. Рада, что ты не пострадал во время взрыва, агент Дженсен. Надеюсь, ты найдешь тех, кто его устроил. Это нас роднит, сэр. Похоже, у всех тут паранойя началась. Нет, сыновей, сзади. Не понимаю с ним, правда? Можем менять-то. Mm-hmm.
Понятно. Продержаться бы эту смену. Тут много народу. Так, это значит подпольное казино, да? Нажал, короче, да, по понятно. Спасибо.